В округе приступили к санитарной расчистке птичьего карьера. Работа предстоит большая. Чтобы оперативно, а главное качественно привести в порядок всю акваторию и береговую зону, будут задействованы не только специалисты и волонтеры, но и спецтехника. На месте пока еще загрязненного карьера побывал Богдан Колесников. В рамках генеральной уборки приведут в порядок территорию площадью 22 гектара. Специалисты уже приступили к опиловке аварийных деревьев, покосу травы и уборке берегов от старых покрышек и твердых отходов. Очищена будет не только береговая линия, но и водная гладь. Самоходный земснаряд обрезает заросли камыша, достает со дна топляк и крупногабаритный мусор. Я живу здесь, вот как раз рядом Новокрасковской новой территории. И, как бы сказать, у меня есть дети, мы бы хотели где-нибудь отдохнуть. Много раз мы обращались в администрацию, чтобы здесь все почистили. Теперь будем стараться поддерживать порядок. Все точки для расчистки водных объектов мы определяем, исходя из пожеланий наших жителей. Подрядчик, помимо основных работ на локальных точках, те водные объекты, которые убирались в этом году, в прошлом году расчищались, позапрошлом году, после выходных проходит по береговой линии, убирает весь мусор после деятельности человека в выходные дни. Каждый понедельник мы видим одну и ту же картину. Только за первый день здесь собрали более 15 кубов мусора. Работы по уборке береговой линии птичьего карьера продолжатся до середины июля. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.